Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 26 апреля 2021 года. На улице плюс 9 градусов тепла. Иду посадить Берли Дримс. Господи, лилия, вот такая красавица. Я ее сажала в контейнер, когда покупала в магазине. Так, и вот выберу вот здесь вот местечко. Вот здесь. Это здесь укрыта моя лилия. У нас заморозки. И вот здесь я посажу такую красавицу. Сейчас я ее принесу. Я ее принесла. Такая вот красавица она у нас. Вот какая, видите, красавица. Она даже вот бордовая. Такая же, как и на картинке. Или так, не вот так, наверное. Ну вот сейчас вырою здесь ямочку, ее аккуратненько пересажу и укрою контейнером. Вот вырыла я такую ямочку, налила воды, и вот этим вот контейнером я ее буду закрывать сверху. Сейчас попытаюсь аккуратненько вытащить. Вот такой прекрасный комочек, целый, корешочки вот уже видны. Ну и аккуратненько сюда поставим. Ну, засыпем и сверху прикроем. Вот так мы ее посадили. Сейчас закроем свою красавицу. Почему я закрываю? У нас заморозки и сильные. До 6 мороза. У меня вот здесь вот лилия сидит, одна обмерзла, которую высаживала из дома. Ну вот и все, мои дорогие друзья, посадили с вами лилию Беверли Дримс. Пусть растет. И вот еще осталось у меня две. Там красная и оранжевая. Сажу попозже. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока.